Джекоб, привет. 15-й год заканчивается. Вы хороший год провели. Сегодня вам удалось прицепить вишню, которая обычно гиперактивна. Мы боролись за это. Вопрос такой. Как ты считаешь, помог ли сегодня ваш состав? Возможно, было больше, чем не хватило для борьбы. Да, сегодня у нас состав был хороший. Не хватило для победы, наверное, настерности, да, и чуть-чуть голдака. Потому что когда мы оказались перед воротами, мы могли бы разыграть более как бы доверного, но старались пробивать постоянно. Пропустили в самом начале очень такой нелепый автогол, и это немного нас сбило как бы с плана, потому что мы изначально знали, как играет Мишка, и старались играть от оборот. А так мы сразу же при первой атаке соперника мы автогол забили, поэтому пришлось начинать их высоко тренировать, поэтому мы шли на какой-то риск. За счет того, что, наверное, у нас была какая-то замена, мы во втором тайме смотрелись более свежо. И жаль, конечно, что не забили еще один гол. Так команда Вишня отошла в оборону после того, как мы забили. Старалась нас напомнить так. Сезон. Вы довольны? Вот которая сейчас 5 туров, уже можно говорить, что часть сезона прошла. Довольны ли вы сезоном? Какие перспективы будут потом? В 2020 году будете ли усиливаться, или больше тренировок, или все-таки просто должно прийти твое мнение по этой ситуации? Мы начали мы сезон не очень хорошо, потому что пришли с в зал и были какие-то недопонимания, потому что тут размер больше, стадион. И наши ребята как-то не привыкли так играть. И за счет этого мы проиграли, чисто отдали инициативу сопернику, отдали среднюю зону, за счет этого мы проиграли. После второй игры мы сделали какой-то анализ наших ошибок. И в третьей игре против Сорок мы как бы выглядели в обороне хорошо, но это не хватило с реализацией. В принципе, усиляться мы будем работать над тактикой дальше и будем отрабатывать наши моменты, как бы удалось нам решить вопросы при выходе один на один или два в один. Насколько слабее был лига от Суперлиги? Или это почти незаметно? Я скажу, что это незаметно. Потому что есть очень хорошие команды, очень хорошо играют, даже взять уже лишь, но они не могут. Наступающими праздниками. Взаимно. Спасибо.